Экологическая акция «Парки Кубани» стартовала в крае 2 марта. В ее рамках операция «Спасибо деду за победу». Школьники села Гайкадзор не остались в стороне. Члены кружка эколого-биологической станции «Маленький принц» собрались на аллее славы хутора «Заря», чтобы высадить 20 кустов роз. Мы как краевой эколого-биологический центр пытаемся, чтобы у нас наш край был и зеленым, благоустроенным, красивым. Особенно такое прекрасное место, как город Анапа и близ прилежащие к нему поселки. В хуторе «Заря» аллея славы в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне появилась совсем недавно. Работы по ее строительству начались в феврале. Бригада рабочих предприятия «Олмастрой». Порядка еще 2 недель полностью под ключ все будет. Практически все закончено будет. Газонная трава посажена. Ну вот это вот мы поливаем каждый день. И все. Будет полностью все в зелени здесь. Жители «Зари» активно поддержали идею создания в хуторе аллеи славы. Они сами ухаживают за аллеей и следят за ее состоянием. И Мастуи Кисьян, и Аривалу Сгущина в годы Великой Отечественной были детьми. От войны остались только детские воспоминания. Нас немцы выгнали отсюда, село все сожгли. И горело тут, не знаю как, а у нас выгнали туда ночью и шли, не знаю куда. Гнали туда и шли. Папу выслали в Крым, как гнал немец. Папа в Крыму в казарме был. Утром забрали на фронт, а мы с старшей сестрой остались в казарме. Меня удочеряла русская женщина, сестру татарка. Экологическая акция «Парки Кубани» продлится в регионе до конца апреля.